И снова здравствуйте. Это в третий раз за сегодняшний день курящий из окна. Ну и мы на каком-то из уровней пещер уже ближе к концу, к мамочке, так называемой. Взяли мы, непонятно зачем, это не очень свежее лазерное дыхание в сделке с дьяволом. Ну и давайте посмотрим, что у нас получится. Может быть, и не проиграем сразу, хотя, конечно, да. Лазерным дыханием я абсолютно не умею пользоваться. Блин, господи, ну что за бред-то? Ну почему не получается? Да, это я очень зря взял, у меня было отличные большие слезы. Но вот не знал, что беру, поэтому так и получилось. По крайней мере, можно так, по площадям им бить. Убивать нескольких врагов сразу. Это, конечно, легкий плюс, но и легкий минус при сложных врагах, потому что если не попаду, то потом сложно восстанавливаться. Ладно, давайте смотреть, что дальше. Да, кстати, надо было дыхание, по сути, экономить. Брать до входа в это самое. Господи. Что-то я помираю. Мне это не нравится. Что-то во мне попадают еще. Так, нет-нет-нет, вот так вот, вот так вот. Так, последняя муха. Да, не успеваю я абсолютно драться ни с кем. Я думаю, эта часть у нас будет короткой, потому что я все-таки проиграю довольно быстро. Дайте я, кстати, проверю. Мышкой то же самое. Да, мышкой то же самое. К сожалению, если быстро нажимать, тоже ничего не получается. Ну, давайте тогда так пытаться доигрывать. Блин, даже не попал по этой... Что ж я такое взял-то, господи? Нафига мне это? Снова забыл. А, ну хотя ладно. Тут у нас никого плохого нету. Можно даже попробовать попасть к нашему мальчику. Я думаю, он даст нам что-то полезное, потому что... Хоть это и очень видоизмененный уже, но это все-таки Каина, ему должно вести. Бомб у нас пока хватает. Блин, мальчика тоже взорвал. Ну ё-моё, что ж я за дебилушка-то, а? Ну хотя бомб получил зато. Так, на схватку. Не, слушайте, на схватку я не пойду. Мне бы так пройти подальше. С таким-то оружием. Сильным, но неудобным. Так, заготавливаем заранее оружие. Входим в комнату. Ой, блин, рубашечки. Да, это я много рубашек за один ход по... Да мне везет, слушайте. Да, значит, все-таки надо просто уметь им пользоваться, наверное. Давайте пока пройдем весь уровень. На схватку я все-таки, наверное, не пойду. Ну его нафиг. Так, мясо. Блин, мясо с одного удара не валится. А как же я буду его, интересно, мочить? Да, вот так вот валится. И вот так вот валится. Да, значит, все-таки как повезет. Сразу надуваем щечки. И идем ждать, на кого бы это все выдать. Так, мясо. Блин, одно даже злое мясо, слушайте, а? Быстро бегает. Да, надо все-таки успевать по многим попадать. И тем более учитывать тот факт, что я могу бить через любые препятствия, по сути, этим лучом, насколько я понимаю. Может, нам повезет, главное приноровиться. Oh, yeah. Так, извиняюсь. Да, мухи, 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 мухи. Всех мух положу. Не, не всех. Ну, примерно всех. А ульи-то они не сильно выживут, я так думаю. Да, через препятствия мы бьем. Бьем. Последние мухи. Да, что-то я нервным стал, слушайте. Еще одна платиновая монета, она же никелевая. Это как в моих Plants vs. Zombies тоже. Не могу я орех называть картошкой, вернее, картошку орехом. Не могу. Так, все мясо положу за один удар. Нет, не все, жалко. Хотя бы... Так, дайте, 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 дайте. Успели. Блин, в аркады еще можно сходить. Тем более, мы же все-таки Каин. Нам в аркады сам Бог велел идти. Я думаю, все-таки схожу. Вы на меня не обижайтесь, что время я зря потрачу, но я думаю, что... Что-нибудь полезное мы тут получим. Только вот единственная кровь я пока что сдавать не буду. Пока что-нибудь не выиграю, а в наперстке нам должно бы вести, насколько я помню. Или ему только с мальчиком с самим везет. Да, в наперстке нам хорошо везет. Пока что. Тем более, что угадывать-то тут бесполезно. Да, вот сейчас я буду сдавать кровь. Сердечек просто до хрена. Прошу прощения. Интересно, кстати. Да, давайте сдадим. Две монетки. Сдадим. Монетка. Сдадим. Две монетки. Да я тут разживусь, слушайте. Нет, пока что соберем. Это. Посмотрим, что будет с этим парнем. Я хочу обыграть его вчистую.
Гранаты. Блин, зря я так серию в самом начале представил. Я думаю, с такого представления, которое я устроил в самом начале, ее будут смотреть несколько меньше, чем обычные, думая, что у меня тут будет полный бред и провокация, а? У меня, понимаете, пока что одна из самых удачных серий за последнее время. Еще сердечки. Снова можно сдать кровь хотя бы два раза. Еще монетка. Зря я все это говорю, а то если у меня по звуку немножко не сведется, я снова буду говорить. Еще монетка, еще до того, как, соответственно, у меня все это выпадет. Снова к мальчику. Ну, это... Может, конечно, промотать, но я стараюсь нести какую-нибудь чушь в этом процессе. Я просто хочу обыграть его, чтобы он исчез. Я помню, что любой автомат в этой игре можно обыграть так, что он сломается. Блин, муха. Блин, а мне все везет и везет. Вы можете чисто поставить, например, через сколько минут или секунд у меня перестанет вести, или через сколько минут или секунд мне выпадет все, что возможно. Потому что пока что это просто непрекращающееся удовольствие. Я думаю, что оно все-таки скорее прекратится, а то неинтересно так. Надо же биться с врагами, понимаешь? Отвоевывать родной подвал. А мне все денег и денег, денег и денег. О! Уже немножко перестает вести. Да, пока деньги есть, давайте-ка я поиграю в этот автомат тоже. По очереди. Будем играть в этого и в этого сразу. Ой, муха. Так, успею? Успел. Ну, чтобы, так сказать, просто не терять времени зря. Ключик. Потому что я чувствую, этот процесс может затянуться до бесконечности. Ну, ё-моё. Уважаемая игрушка, ну пожалей ты моих подписчиков. Им же неинтересно это смотреть. Муха. Так, не попал по автомату, ну ладно. Так, сюда. Сюда. Да, что-то деньги у меня, кстати, очень быстро тратятся. Я их не выигрываю с такой скоростью, чтобы их так тратить. У меня просто задача сломать их всех, ну ё-моё. Так, снова муха. Главное в автомат кровь не сдавать случайно, а то проиграюсь так и все. Ключи, блин. Че продавать все это нельзя где-нибудь на черном рынке, например? Да. Деньги у меня благополучно закончились. Зато сердечки появились. Это хорошо. А, все, мне не на что играть с ним. Эх, ладно, пока не буду вас ломать. Оставлю. Это была такая заставка. Можно считать. Я надеюсь, что вас не очень это достало. Да, кстати, можно было, по сути, кровь-то поздавать еще, но я думаю, что не буду я туда ходить. Получил я, чего хотел, даже забыл, как с врагами драться. Блин. Вот так вот. Так, нет. Блин, успел все-таки. Да, ты мясо, мясом и будь. О, сразу троих. Ну дайте. О, дали. Так, налево или вниз? Пока налево. Снова забыл, блин, ну ё-моё. Напишите мне какую-нибудь памятку насчет того, что мне надо перед входом в дверь все-таки запасать этот луч. Да, и двоих этих тоже сразу убивать сложно, а то... Очень быстро выпадает, блин. Деньги все потратил, у меня там магазин. Чего в магазине-то продается хотя бы? Блин, ничего не продается, висельник продается. И это называется, я еще закаянно играю. За везучего, за нашего. Ну ладно. Блин. Что ж я отойти-то не могу правильно. Все время он по мне попадает. Главное этого, самого главного убить. От рубашечек-то я... Книга... Ой-ой-ой-ой-ой. Книга грехов. Была у меня какая-то ачивка новая в Стиме. И это у нас скидка. На все магазины дальше. На половину стоимости. Жалко, что нереальная стимовская скидка. Я первый раз, когда получал такую, даже подумал, что действительно скидка на Steam 50% в реальных ценах. А нет. Насколько я помню, господи, чё ж вас тут так много-то, а? И вы еще такие зеленые местами. Так, да. Да. Зачистить последнюю комнату или ну ее нафиг, интересно. Давайте зачистим, попробуем, по крайней мере. Я научился уже этим лазером пользоваться более-менее.
Так, нет, 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 нет. Вы меня не победите. Я же сказал, что не победите. Вот они победили, тем более у меня тут еще это. Блин, бомб дофига. Возьмем таблетку. Бомбс, окей. Блин, поменялось. А у меня, по-моему, и того было столько же. Или нет? Сокровищница, зубик. Чё за зубик? Не помню, кстати. Сейчас какашки все уничтожим и посмотрим, что за зубик. Например, даже на боссе прямо и посмотрим. Я помню, что это что-то хорошее. Возьмем это вместо динамита. Монстра стач. Непонятно. Денег у меня сильно не прибавилось. Сейчас я дособираю все сердечки. Да, кстати, бомб много, можно тайные комнаты поискать. Здесь ее не было, на удивление. Так, сердечко берем. А здесь у нас есть тайная комната? Здесь нету. Может, здесь тогда? Блин, и здесь нету. Ладно, перестану искать, то это можно бесконечно делать. На схватку я все-таки не пойду, потому что побаиваюсь я. Пойду прямиком к боссу. Хм, пустая... А как к боссу идти? А, в обход. Да, не туда пошел. Мы уже практически взрываемся. Я все думаю, может он взорваться так по неосторожности или нет. То те разработчики игры могли что угодно придумать. Вдруг, если подержишь долго зажатую эту кнопку, то он просто помрет от натуги. Все, заходим. А, чаб. Слизняк. Мне, кстати, советовали, что ему в рот можно засунуть бомбу, когда он на тебя так вот поедет. Дайте-ка проверим. Е, получилось. Взорвался маленький. Ай, 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 ай. Ай, не успеваю, не успеваю. О. Ну я его даже без бомб победю, победил. И даже сердечки у меня остались. О, трусы. Mom's underwear, range up. Да, сходил бы я, конечно, попродавал свое здоровье на автомате, но идти до него вон сколько. А у меня серия должна заканчиваться по времени. Так что давайте пока что попрощаюсь я с вами. Был от курящий из окна. Смотрите дальше, что у нас получится, что не получится. Пока что.